чтобы прославлять Его. В 11 главе Бытие написано: «И сошел Господь посмотреть на строительство». Что же настроили? Первые строители, особенно, когда они построили башню. Я понимаю, что Господь сошел построить, посмотреть то, что построили люди, но сегодня Господь тоже наблюдает, что мы строим, что мы наделали вчера, что мы сделали перед Господом. Поэтому пусть Господь благословит то строительство, как Христос, проходя, Он обратил внимание, что пшеница созрела, Он обратил внимание на эти колосья, Он и сегодня обходит церковь, Он наблюдает за нашей жизнью. У нас в гостях сегодня брат Немеш Василий, он будет служить и словом, и пением, да благословит его Господь, а мы обратимся к Богу в молитве.